Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. И сегодня передо мной находится устройство Realme C25S. И я хочу показать вам сегодня, как использовать диктофон, как записывать звуки на данном устройстве. И для этого у нас имеется приложение «Диктофон». Нажимаем и просто начинаем записывать что-либо. И как бы ничего сложного в этом нет, просто можем потом ставить, например, какие-то флажки. И особенно, если вы записываете что-то важное, чтобы потом было проще переключаться до каких-то важных моментов. Вот. И все, также мы можем как-то назвать свою запись, я этого делать никак не буду. И потом мы также ее можем послушать, но я не хочу слушать свой голос. И далее, так, мы можем переключаться здесь к нашим флажкам, можем их как-нибудь назвать, можем увеличить скорость, можем, например, обрезать. И, в принципе, на этом все. Больше здесь ничего сделать такого интересного нельзя. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.